Молодец, да! Что, Сережа? Что ты хочешь сказать, мой друг? Нет, я вам скажу. Скажу с высоты своего полета в этой игре, что совершенно отличная игра черных игроков. Вообще великолепный. Игрок номер 6 сразу выставлял 7-го. Как с ним не играть красным игрокам? Как? Но... Он выводил игроков, которые... Нет. А я, которая да. выставляла... Они были противоположны от, от убивающих себя. Мы как раз нашли друг друга. Да? Ты черная была? Еще вот какая, мы... дружище! Вот мартышка! Надо было как-то убрать семерку. Я еще тебе задал вопрос. Все-таки тройку. Надо было семь. Ты да. говоришь, да, ну... тройку. И я думаю, ну, семерка же более черная. Если бы его убрали, мы бы могли ее еще послушать. Она его сразу валила, он ее сразу валил. Они сразу с двух сторон валили. Да, да, нет, у нас просто шансов не было. Они сразу, сразу были да, в разных командах. Его, конечно, но вот, вот у нас была ошибка с тобой, что мы не свалили семерку. Надо его было убрать. Все равно мы проиграли. Шестерка была красная, просто вот. Мы бы заняли. Как не пали. Смотри. Он голосовал за 7 и за 8. Смотри, хотя Полякова была красной. Я красный, он красный. Тебе осталось выбрать между ним и ей. Может быть, она бы нашла какие-то слова, а он все болит. А как я ушла красиво, ну скажи. Ну тяжело. По мне никто не думал даже. Я теперь вообще тебе не верить не смогу вообще. Нигде. Ну, ты такая с тремя днами. Не, ну, красота, я ее боюсь. Лава. Ёпта, я продержался сколько. Да, да. Повезло, что я даже тебя... А кто у нас шериф был? Дима, да? Да, да. Спалился, конечно. Им повезло. Спалясь, я прошу, я помогу тебя еще выйти. Вот так ступила Лена, я могу себе это позволить. Потому что я еще не high level. А как вы? Мы играем мафию в Ванью в среду. Ося, Ося! Это что я проверю, меня выиграть. Мы очень-очень команду сыграли. Come on.